Эта тропинка между домами 5 и 7 по Москворецкой улице в деревне Андреевская особенно популярна в сезон навигации, ведь ведет она прямиком к пристани, откуда отходит речной трамвайчик. Он перевозит местных жителей на другой берег Москвы-реки. 11 рейсов в день. Капитан трамвайчика говорит, пассажиры всегда есть, поэтому новая пешеходная дорожка будет очень кстати. Так думают и пассажиры. Здесь был этот трап деревянный, развалившийся, и дорожка, люди ходили, падали, когда дождик размывал. И дорожка, конечно, нужна. Сейчас дачников очень много здесь, они все пользуются. Из-за крутого склона тротуар сделают ступенчатым, установят поручни. Помимо этого, рядом с пристанью оборудуют остановочный павильон с навесом и лавками, чтобы пассажирам было комфортно дожидаться транспорт. Положат новую деревянную платформу непосредственно перед сходом на пирс. Эту дорожку очень долго просили люди, то есть староста деревни обращался, было обращение жителей. Летом у нас работает вот такой замечательный транспорт речной, и очень много жителей имеют здесь частную собственность, а проживают в Лыткарино. Строительные работы ведут сотрудники муниципальной организации «Дорсервис». На благоустройство из бюджета Ленинского городского округа выделено порядка 1,5 миллиона рублей. На данном этапе как бы работы идут пока только земляные, в связи с тем, что технику сюда нельзя завести. Все работы происходят вручную. Соответственно, как бы в течение 2 недель, я думаю, мы эту работу закончим. Облагороженная асфальтовая дорожка появится и с другой стороны подхода к пристани, за домом номер 7. Местные жители просят руководство сельского поселения Молоковское обратить внимание на еще одну проблему деревни Андреевская – отсутствие искусственных неровностей на проезжей части или лежачих полицейских. Их наличие позволило бы обеспечить безопасность движения по населенному пункту. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.